это Олег, город Севастополь. Мне в комментариях из Незалежной часто пишут: в Крыму совок, нищие, грязные русские, ничего не могут, ничего не строят, все у них плохо. А давайте мы сейчас сравним две дороги. Одна президентская, еще строил Горбачев, начинал, потом Кучма, потом еще один президент строил. Три президента строили. Строили аж 15 лет. Первый президент, который сделал катастройку, развалил СССР, и два президента богатейшей республики на тот момент, Украины. Когда СССР распадался, Украина была самая богатая республика. И ей досталась дорога, которую они строили, ребята, 15 лет. Дорога протяженности всего лишь 8 километров. А теперь давайте с Ставридой сравним. Тем паче в этом месте как раз эти две дороги сходятся. И можно посмотреть, что строила Украина богатейшая, а республика и страна, и что строит нищая и грязная пьяная Рашка. Вперед, пойдемте посмотрим. Севастополь. Президентская дорога или президентское шоссе. Однополосное, разделение полос встречного движения. Асфальтовый, похожий, лежит на бетонных плитах. Может, помните, раньше при Советском Союзе дороги делали из бетонных плит. И вот едешь по ней, бум-бум-бум-бум, бум-бум-бум-бум. Протяженность 8 километров 800 метров. Строили больше 15 лет, ребята, больше 15 лет. И в этом месте встречается президентское шоссе с трассой Таврида. Вуаля, ребята, 250 километров. Вы поверите, 250 километров начали строить в мае 2017-го, закончат в 2022-м. За 5 лет 250 километров. Ребята, 4 полосы, 2 в одном направлении, 2 в другом. Посередине встречное движение будет разделено. Ни одной дороги не будет примыкать в единой плоскости к дороге. То есть поливай, поливай. Ни одного наземного пешеходного перехода. Все сверху. 130, что, 20 развязок, 130 путепроводов. Ребят, короче, жесть полная. И это меньше, чем за 5 лет. А вот рядом еще раз, смотрите, украинская гордость. Президентское шоссе. Ребят, президентское. Смотрите, какая узенькая. Шоссе, ребята, это шоссе. Вот. А это Таврида. А это бедная, пьяная, нищая и грязная Рашка строит. Вот, блин, вот такие вот нафиг дороги. Ну, всем пока. Сравнивайте дальше.